Здорово всем! Я с вами, как всегда, Иринка. Творожку буду делать я. Если не протух. Ой, что он протух, похоже. Немножко стекла. Так. Я яблочком хотела сделать. И поклевать чуть-чуть. Подбородком своим. Ничего она не натерла. С яблочком хотела перемешать, зараза. Перекуску буду. Срок-то годности какой хоть. То правда обосрусь. Так. 09.09.11.06.10.21. Он до 10 дня был. А сегодня 18.19. Ну все. Считайте, что я обосралась. Зараза. Не могу номер найти почты. Домашний, получается. А на этот звоню. В Яндексе узнала. Там автоответчик берет. Ну, какой-то общий там по России, видать, почта. Что, говорит, вам вы хотели от нас? Объясните нам вашу ситуацию. Оно уже не холодное. Да, я его на ночь на столе ставила. Чтобы теплое было, чтобы не греть, чтобы энергию не мотать. Вот. Вот. Вкусненько пей сейчас. Вот. Да. Вот. Пей на здоровье, зайка моя. А я буду номер вспоминать. Дождик на улице. Идти-то неохота. Надо идти. Сделать вам растопырку. Они там чехолочку какую-то заказали с Ринки. Не знаю. Она уж дождаться не может. Чехол. Не балуйся, Максут. Ниса. Это мама есть. Это балакет. Балакет. Извиняюсь, в ТикТоке видос попался. Да, я могу. Он меня убил. Этот видос.
Я не могу такие эти видосы смотреть. Там сердце разрывается. Я с полчаса его смотрела. Так, сначала до конца, сначала до конца, опять сначала до конца. Так. Это пипец полный. Я кино-то смотрю, там птичку убили. Я не могу. Я хотя знаю, что кино, да. Ну, тут тоже так же видос посмотрела, все. Зря красила сегодня, у меня все потекло, все размазалось, я даже не потиралась. Пошла на почту, ядреного батон. Горло еще не прыскало. Всем удачи, всем добра. Вот для вас стараюсь. Пойду на почту поковыляю, чтобы сделать вам растопурку. Показать вам рубрику вашу любимую, а? Я не знаю, пришел мне чехол, вообще пришло там чуть, я дозвониться не могу. Спина чешется. А? Ладно, скажу людям пока. Пока людям, сказать. Скажи, говорит, мама, людям пока. Всем удачи, всем добра.